А ты что думаешь, Джек Николсон? Привет, я Алекс Фарнам, и это Animalist News. Пасха уже не за горами, поэтому время ответить на вековой вопрос. Когда пасхальный кролик собирается отложить шоколадные яйца, чтобы я мог набить им рот? Мне нравится с арахисовым маслом. Я уверен, многие из вас знают, что кролики не откладывают яйца. Это так, я сказал именно это. Кролики и яйца на самом деле просто символы плодородия и новой жизни. Почему, спросите вы? Потому что у кроликов очень высокий коэффициент воспроизводства. Да-да, им нравится часто заниматься любовью. В среднем кролики достигают половой зрелости в возрасте около 3-8 месяцев. Затем в возрасте от 9 до 12 месяцев они занимаются сексом. В отличие от многих животных, у них нет цикла, когда они размножаются. Одна их сезон размножения длится около 9 месяцев в каждом году, и они практически всегда готовы к спариванию. У них даже нет менструального цикла, дамы, что означает, что в их беременности нет ничего особенного. Это занимает около 30 дней, и затем выскакивают от 4 до 12 маленьких кроликов. Теперь еще более безумная часть. После того, как рождаются дети, мать может забеременеть уже в тот же день. Если бы они продолжали в том же духе, и ни один младенец бы не умирал, то было бы около 1000 младенцев на одну пару в год. С праздником Пасхи! Что вы делаете на Пасху в этом году? Дайте мне знать в комментариях внизу. Посмотрите эти видео, делитесь этим видео с семьей и друзьями, и подписывайтесь. До свидания!